Контрнаступление украинских силовиков в районе Мариуполя продолжается. С утра Нацгвардия взяла под свой контроль Павлополь, Широкино и Лебединское. За последние два часа еще два населенных пункта – Коминтерново и Бердянское. За развитием ситуации следит корреспондент событий Юлия Плесенко. Она на прямой связи со студией. Юлия, как сейчас выглядит линия Южного фронта? Добрый вечер, Елена. На самом деле сегодня украинские бойцы сделали серьезный рывок вперед в западном направлении от Мариуполя. Секретарь СНБО Александр Турчинов, который лично побывал не только в самом городе, но и на одной из передовых позиций, отметил, что сегодняшняя спецоперация является, пожалуй, самой лучшей за последние несколько месяцев. Тем не менее, он отказался комментировать количество погибших и раненых, тогда как по неофициальной информации есть и 200-е. Тем не менее, совместными усилиями вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и специальными батальонами специального назначения были взяты целый ряд городов, такие как Коминтерново, Широкино, Бердянское, Лебединское и другие. Це дуже важлива акція, яка була проведена нашими нацгвардійцями за підтримки Збройних сил України. І вона фактично захищає місто Маріуполь. Ми відвинули кордон, фронт фактично, лінію зіткнення, лінію бойових дій на 20 кілометрів від нашого міста. Фактично захищаючи його від артилерійських обстрілів. Окрім цього, сьогодні українською артилерією було знищено блокпости в районі населених пунктів Саханка та Октябрь. Наразі інформація про втрати серед військовослужбовців уточнюється. Боевики ожесточенно сопротивлялись, они отстреливались из различного вида вооружения, в том числе применяли системы реактивного залпового огня. Град стреляли не только по наступающим армейцам, то и по населенным пунктам. Там есть погибшие среди мирного населения. Кроме того, Александр Турчинов отметил, что линия фронта, которая вырисовалась в результате сегодняшнего наступления, не является окончательной. Также секретарь Совета нацбезопасности подтвердил информацию о том, что сегодня в украинском небе была замечена российская военная авиация. Речь идет о боевых самолетах, которые летали на достаточно низкой высоте в приграничных районах. Кроме того, Александр Турчинов опроверг информацию о том, что один из этих самолетов был якобы сбит, и отметил, что, судя по развивающемуся конфликту, он не исключает возможности того, что противник может нанести удары и с этого вида вооружения. На данный момент это все.